об одиноком Овье. Эта история случилась где-то в лесу. Там жил одинокий муравей Ваня. У него всегда было хорошее настроение. Ваня был очень трудолюбивым. Вокруг жили другие насекомые. Часто они спали с муравьишкой. Особенно ему доставалось от двух жуков Миши и Гриши. Миша и Гриша загорали на солнышке и ничего не делали. Однажды набежала хмурая дождливая туча. Шло время. Прибежалась осенняя пора. Вот-вот пойдет холодный дождь. Муравей позвал всех насекомых на чай. Когда они пришли, то увидели самый большой красивый дом. И Гриша понял, как бы не плавы. Весь одобрый муравей быстро облетела. Весь ес. Туда часто забегали насекомые на вкусный чай с вареньем. В доме у муравья было тепло и всем хватило места. Это был самый дружный дом. Вот такая добрая история случилась в лесу.